Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Рустен, и я продолжаю прохождение от Panic in the Mushroom Kingdom. Это Super Mario World Hack от 4EOF. Короче, в прошлой части мы прошли вот этот вот первый мир, а теперь мы пойдем во второй мир, и вот здесь он будет. Уровень называется Giantland, поехали. Разве это этот уровень, да? Да, смотрите, здесь гигантски все. Уиу, круто как, здесь даже гигантские черепахи. Круто. Круто. Тебе что надо? Пошел отсюда. Ух, вот так сделаем. Ух, тут даже и этот есть, чувак тут. А погоди-ка, иди отсюда. Ага, а тут что у нас? Цветок, у нас есть два штук. Зачем он мне еще третий нужен? Вот так. Значит, прыгаем сюда. О, это я бы даже не заметил бы сразу. Вот так сделаем. Раз. Ух ты, еще успел. Вау. Вау, killed with fire, killed with fire, killed with fire. Круто. Ух ты. Так, а тут что, есть что-нибудь? Не-а. Так, а в эту трубу я тоже не могу заходить. А в эту? И сюда тоже не могу заходить. Вау. Давай-ка сюда. Раз. 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 Ух ты. Круто. Круто. Мне нравится этот эпизод от Mario World. Вау. Так, давай-ка падай в яму, чувак. А, это они специально так сделали, чтобы я не мог его убить, да? Так, давай, кончай огонек, иди отсюда. Ох, прыгаем. Я бы хотел бы монету эту взять, ну ладно. Если не возьму, значит не возьму. Опа. Ох ты, еще убрал его, а ну-ка вот так. Круто. О, чекпоинт уже. Это хорошо. Так, тут я могу вот так делать, чтобы меня не зацепили. А здесь, наверное, цветок, да? Надо посмотреть. Да, здесь цветок. Ну, если уже взял, значит взял его. Так, тут ничего особенного нету больше. Так, может быть, черепаха мне поможет? А, нет, не поможет. Раз, раз. Ха-ха. О, P-Switch. Нажмем его и возьмем эту луну, которая дает мне три жизни. Так. Так, так, так. Давай, 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 давай. О, о. Черепаха, прощай. Черепаха, прощай. Черепаха, прощай. В пропасть упала. Прощай. Опа. Ух ты. О, это можно было немножко повыше делать, а то как blind jump был. Потому что не видно было, куда я прыгал. Ну, ладно. Что сделать? Идем дальше. Опять эти тут черепахи, наркоманы тут. О, иди отсюда. Возьмем так. Раз. Прыгаем. Прыжок и прыжок. И сюда дальше. О, уровень пока с несложный. А тут я получу жизньку. Да. Еее, перемотаем вперед. О, Green Isle 1. И тут секретный выход есть. Попробуем найти его. О, туда же эти динозаврики ходят. Уиу, динозаврики! Как Костя кричит, динозавруэнд! Круто даже. Так. Так, я хоть сохранился был или нет? Ну ничего, страшного. Если нет, могу загрузиться или по-новому сохраниться, если умру. О, кнопка. Берем ее с собой и смотрим, что тут дальше. О, тут лава. Да, я даже вообще не знаю, я сохранился был или нет. Попробуем загрузиться. Да, я сохранился был, хорошо. Значит, все правильно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ух ты! Почти в яму упал бы обратно. Тум-тум-на-на-на-на. Ла-на-на-на. Это что такое? Идите вы отсюда, козлы. Взяли мне цветок, сняли, а? Так, а что проблема была? Почему я не допрыгнул был? Так, а куда мне... Где мне нажать на него надо? Так, тут замок, да? Значит, вот здесь ключ. Сначала мы поубиваем этих врагов, чтобы они мне тут не мешали. Идите вы от меня подальше.
Так, а теперь мне надо назад, да, чтобы секретный выход взять. А я возьму это с собой тоже. Вау! I'll secret. Нет, я это делать пока не буду. Я сделаю здесь обычный выход. Это I'll secret я сделаю уже туда, уже под конец игры, потом уже туда дальше. Хорошо? Ух ты, круто! Динозаврики! Динозаврики! Ба! Огонь стреляет наверх, он наш. Еее, жизнь-ка получил я, потому что я забрал 100 монет. Вау, зависает тут. Лег. Вау, slow motion. Выстреливаем. Козел ты. Хоть успел я еще, чтобы он не стрельнул в меня. Вау. Уи, прыжок и вау. Там чекпоинт. Так быстро чекпоинт. Ладно. Ух ты. Вау. Ха-ха, круто даже. Так, а что там в том блоке было? Пофигу мне на этот блок. Зеленый ноутблокс? Как так? Может быть, они ядовиты из-за этого? Та-ля. Та-на-на-на-на-на-на. И раз, прыжок сюда наверх, и я иду сюда и сюда. И тут динозаврики ходят. Я уже хотел назад перемотать, но я это делать не буду. Та-та-та-та-та-на-на-на. Прыжок. И еще раз прыжок, чтобы круто было. Вау! Бью! Та-та-там! Там! Джрт! Так. Green Isle 2. Секрет. Это здесь пещера. Да. А вы что тут делаете? Та-на-на-на-на. Рекс. Это, этих врагов называется Рекс, эти, которые как динозаврики похожи. Так, а тут что? А тут ничего нету. А тут что? Level broken! Level broken! Уии! А ну-ка! Я же могу вот так дальше сделать, да? Ух ты, я так вообще ни раз не играл в эту игру. И куда я попаду тут? Ух ты! Я тут немного перепрыгну уровня. Эти чё? А я хочу посмотреть, что там наверх. Монетки! Монетки! Заберем их всех с собой. Уиу! Shy guys! Ой, не, только не эти платформы. Ненавижу их. Ненавижу их! Ух ты, еще успел этот прыжок сделать, а то бы мог бы и умереть тоже. А, кажется, я знаю, они... Обычно в Mario World есть такие... Враги, как же их называется? Которые мы можем ходить по них. И ничего со мной не произойдет. Это что было? Это что я натворил был сейчас, а? Это что я натворил был сейчас? Зря. Зря я такое сделал. А программа записывать, значит, все в порядке. Так, 2, 1 и 0. Уи! Давай заходим в трубу и будем делать вторую часть этого уровня. Вау, тут она все отпускается. Вау, вовсе. Да черт. По-новому, значит. Эй! Монетки! Берем монетки с собой. Всех подряд. Да что такое? Что произошло, а? Ла-ла-ла-ла. О! Ух, почти фейл был бы обратно. Ой! И в трубу. Там-там-там-там-там-там. Эй! Я хотел на него прыгнуть и взять черепаху и вошнь, чтобы этих пару купос обстреливать. А погоди-ка, я же могу вот так сделать. Фейл! Фейл!
этот счет с ним, уже ничего не выйдет. Уи! 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 Вау! Так. Та-да-да-да-дан. Так, этого я, наверное, сейчас убью. Я возьму сейчас сразу грибок с собой, чтобы потом этих врагов перепрыгнуть. Вот этих вот. Вот, вот они. Твари, которые мне мешают проходить тут дальше. Эй, пещеру эту. А! О! Он тут все отпускается. Уф, еще успел, еще успел. Пожалуйста, дай мне финиш. Финиш. Так, где-то тут финиш, да? Или еще долго до финиша? Так, я не буду торопиться. Я не буду торопиться, потому что я не хочу тут сдохнуть сейчас. На-на-на-на. Так, иди отсюда, иди отсюда. Спайк топ. Там-там-та-ла-ла. Нет, еще и ты здесь, а в этой пещере здесь, а. А-а-а. А ну-ка, иди отсюда, в пропасть. Так. Эй! А, чёт. Я хочу в трубу залезть. Молодец. Чё, так сложно было? Та-та-та-та-та-та-та. Прошли! Круто! Так, теперь дальше, следующий. Green Isle 3. Поехали. Та-та-та-та-та-та-там-там. Атлетика! А почему я с Луиджи не могу смотреть наверх? Да ну нафиг, еще и эти здесь. Сдохнули сразу. Еще слово такое эпичное, да? За место сдохли, сдохнули. Сдохнули. На-н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 а-
Со мной ничего не будет. Так, мне надо нажать на нее. Ту-ту-ту-ту-ту. Так. Черт. По-новому. Потому что я на последнем он off не нажал бы. Из-за этого я сдох был. Будем мы по-новому делать этот уровень, чтобы было мне очень эпично, чтобы для вас было еще больше смеха, как я умираю. Я знаю, что я не умею петь песни, но мне нравится. И, короче, если вам понравились видео, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал. Я буду очень рада. Бум, иди отсюда. Обычно я мог бы с этим блоком вот так как-то подбросить, чтобы еще второй блок появился. Черепаха, тебе что тут надо от меня? А теперь я, когда Люиджи большой, я потом могу только смотреть наверх. Ага, логика. Логика! Логика у Nintendo, да? Ух ты, берем с собой его. Так, тут что? Цветок. Возьмем его с собой. Так, а где тут уже финиш? Или тут еще долго мне до финиша? Чем больше я играю эту игру, чем больше мне охота пройти Mario Bros. 3. Ну, доберемся до нее еще. Доберемся. Для начала пройдем Mario Bros. 1, потом Lost Levels, потом Mario Bros. 2, и потом Mario Bros. 3, и потом уже дальше видно будет. Время! Уи! Прошли! Круто! Так, Modern's Jail. Это, друзья, второй замок. И здесь я могу сказать, что соу в этой игре был. Потому что сейчас вы такое увидите, бред, который... Вот. Мы начинаем в замке, и здесь мы видим кровь везде. Здесь даже вот эти вот
оттуда голова от них повешена вот здесь на... Ух ты, тут еще даже распилить хочет нас. Та-та-та. И это не похоже на лаву, это кровь. Это кровь, и на камнях даже стоит «Дай, сдохни». Тут еще и даже мы видим, что глаза светятся тут. Так, для чего мне тут цветок? Это что, мне надо вот так делать, ничего? Ай, больно же ведь было. Больно, больно уже. Но эта игра не очень сложная. Тут местами может быть немножко сложнее быть, ну... Но это не будет хардкор еще. Так, тут еще даже скелеты есть на батарейках, которые костями бросаются в меня тут. Так, теперь мы будем кататься на этой платформочке. Тут только меня зацепили. Так, а я же могу вот сюда встать на блок и ждать, пока платформа немного дальше проедет. Кажется, вот здесь. Вот так. Так, тут уже должен быть чекпоинт где-то быть. А где чекпоинт? Где-то вот здесь должен быть, да? Тебе что надо? Иди отсюда. Ой! Ух ты! Я даже не могу представить, где я буду начинать, если я сдохну. Ту-ту-ту-ту. Вот так, обдурим его и сюда. Хорошо. Пока мы еще справляемся с этим замком нормально. А, тут теперь Layer 2 пошло, да? Где все вверх и вниз все отпускается и поднимается. А, ну куда? Где я могу тут стоять? Блин, а на этой? А, окей, все ясно. Еще успел хоть? Ой, блин, а... Черт. А, мне пиздец прошло. Мне капец прошло. Ой, простите, я не хочу материться. А то тут бывает, что дети тоже смотрят видосики, и не хочу, чтобы их учить материться. Только я дурак. Только я дурак. Фейлю в самом легком месте игры. Так, давай сюда. Давай, иди-ка сюда. Эк, эк, эйт, эйт. Вот сюда, сюда. Так, сейчас мы это по-быстренькому пройдем этот замок. Так, вот сюда надо. Хорошо. Так я вообще тут неизвестно, где можно стоять, а где я, мне нельзя стоять будет. То мне надо смотреть, где выше, чтобы я мог где-то стоять. Значит, будем здесь стоять. Так, а теперь мы будем прыгать и сюда, и сюда, и сюда. Окей, все. Мы прошли этот замок. Мы прошли. Да, здесь даже на камнях кровь даже. Это вообще не тюрьма. А, тут вот такой вот прикол есть. Смотри, Костян, это как раз для тебя, смотри. Если у нас есть огонек, мы можем стрельнуть на него пару раз и потом просто на голову прыгнуть, и все, и он умер. Это что-то чересчур фейл бы, а то можно его за пару секунд сразу завалить. Это босс несложный был. Так, мы спасли яйцо от динозаврика! Luigi survived the horror of Martin's jail. Will Mario share the same and like this poor little toads? Time will tell. Нет, с Марио такое не должно произойти, которое с Тоудами тут в замке было. Время нам расскажет, что там точно произошло с Марио. Но мы прошли второй мир. А на этом месте, друзья, я закончу эту часть и увидимся в следующей части. До следующего раза, ваш Рустена. Давайте. Удачи.